Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Произошло оно в утренний час пик. Пассажиры ехали на работу и учебу. В момент, когда автобус 5-го маршрута проезжал филармонию, в него врезался автомобиль Opel Astra. Для водителя и пассажиров удар в кузов автобуса стал полной неожиданностью. Никто из них не догадывался, что водитель легковушки, которая шла в попутном направлении, не справится с управлением. У 6-го канала оказались кадры с видеорегистратора, и мы имеем возможность показать сам момент столкновения автомобиля с автобусом 5-го маршрута. Полиция заявила, что по предварительным данным в этом дорожно-транспортном происшествии виноват водитель легковушки. Скорость, с которой он двигался, не соответствовала конкретным дорожным условиям. После удара о кузов автобуса последний выбросил на обочину. Маршрутка врезалась в фонарный столб. У нее серьезно повреждена передняя часть кузова. Вылетело лобовое стекло. Оба водителя не пострадали, чего нельзя сказать о пассажирах автобуса. В момент дорожно-транспортного происшествия в салоне автобуса находилось 15 пассажиров. По результатам происшествия в лечебное учреждение города Владимира обратилось 6 пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних в возрасте 17 лет. У всех у них диагностированы ушибы, ссадины и сотрясение головного мозга.